Реализация проекта во многом зависит от самих десногорцев. Именно жители выбирают, что и как нужно сделать в первую очередь. Решается это путем голосования. Объединив усилия, горожане определили проблемные места, которые срочно требовали внимания и ремонта. Одна из наиболее актуальных проблем в нашем городе – это дороги. В этом году, к сожалению, было отремонтировано всего чуть более километра дорожного полотна. Где-то был произведен ямочный ремонт, а где-то полностью выполнены асфальтобетонные работы в соответствии с дорожной картой. 12 миллионов было выделено в 2018 году на ремонт дорог. Ремонт будет производиться в 2019 году и будет отремонтирована большая часть дорог Десногорска, которые требуют ремонта. Также большое внимание было уделено и образовательным учреждениям. В детских садах отремонтированы группы, столовые и кабинеты. Отреставрированы фасады и дорожки на территории школ и дошкольных учреждений. Ремонтные работы прошли в 4 садах. Это Аленка, Мишутка, Лесная сказка, Дюймовочка. И во всех школах города. Одним из последних в рамках проекта реконструировали городской фонтан. Были полностью заменены коммуникации и лицевая облицовка. Установлено внутреннее освещение и гидроизоляция чаши. В следующем году программа «Любимый город» продолжит свою работу. Главное, чтобы были инициатива и активное участие жителей, ведь это поможет сделать Десногорск лучше. Елена Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.